Здорово, бандиты. И сегодня обзор новых энергетиков из самокат. Три новых оригинальных энергетика от самокат. Первый оригинальный с витаминами и с всяким говном. Второй с ягодами просто. И третий тропические фрукты. Я уже делал обзор на оригинальные энергетические напитки от самокат. И, мягко говоря, они были хуёвые. А чтобы услышать мое развернутое мнение, кликайте по ссылочке. А мы переходим к дегустации вот этих вот новиночек. Испортили ли они и эти новые свои энергетики своей этой ёбнутой натуральностью? Или же нет? Сейчас узнаем. Начнем с оригинального. Пахнет как дефолтный энергетик по типу торнадо. Ну такой кисло-сладкий запах. На цвет он такой же, как торнадо. Да и на вкус такой же, как торнадо. Только в отличие от торнадо, он более натуральный, вкус более мягкий, и он больше сладкий, чем кислый. И здесь чувствуется небольшой аромат яблока. Вот если бы не цена 120 рублей, в принципе, это... Слушайте, это реально пиздатый энергетик. Ебать, неужели они начали исправляться? Походу, мой обзор вот этот первый посмотрели, сказали: ебать, Дынчик-пинчик, смотрите, что про нас сказал. Надо срочно исправляться, блядь. Вы на самом деле молодцы, это реально достойно, это реально вкусно. Но... не на 120 рублей вкусный. Тропические фрукты. Очень яркий, слегка горьковатый запах маракуйи. Кислотно-салатовый цвет. Блять, как же я обожаю цвета описывать. Это настолько бесполезный критерий, но все же это прикольно. Бля, пацаны, походу, реально справились. Очень яркий и свежий вкус маракуйи и ананаса. Сначала вы чувствуете маракуйю, а уже на послевкусии идет ананасик. Просто, бля. Чувствуется то, что это реальный энергетик, а не какой-то, блядь, газированный, сука, натуральный сок. Именно вот, блядь, натуральный энергетик. Good job. Ой, блядь. Ягоды. Запах свежей кисленькой клюквы. Яркий кроваво-красный цвет. Во вкусе здесь чувствуется большое количество различных ягод. Но выделить могу только три, которые прям явно чувствуются. Это клубника, которая присутствует в сладости, малина, которая присутствует и в сладости, и в аромате, и клюква, которая дает кислость и чуть ароматику. Очень здоровский микс, мне прям нравится. Чувствуется кофеинчик еще. Подведем итоги. Что ж, самокат реально научился делать энергетики. Охуеть можно. У этого все реально чувствуется то, что это натуральный, сука, но при этом энергетик. Не просто газированный сок. Цена 120 рублей. За штуку, конечно, смущает, блядь. Потому что за 120 рублей можно найти гораздо более интересные аналоги, так скажем, и более доступные. Берем, допустим, оригинальный. Он стоит 120 рублей, но при этом он очень похож на торнадо. И, в принципе, человек, который не особо энергетический сомелье, да, он попробует и торнадо, и вот это, и скажет то, что ебать, да, они одинаковые. И поэтому смысла вот это брать нету. А вот эти два я, в принципе, очень даже вам рекомендую. Почему бы и нет? Очень интересные, оригинальные вкусы. Теперь расставлю рейтинг. На первом месте у меня будет... Так, нет, лучше пойду с конца. Третье место вот это. Он хороший, но все-таки третье место, потому что здесь ничего особо нового я не... так сказать, не почувствовал, не увидел, не услышал. На втором месте будет, пожалуй, вот сейчас сложно. Вот сейчас реально сложно, потому что вот эти оба энергоса, они очень по-своему оригинальные и прикольные. Но, наверное, все-таки тропические фрукты. А на первом месте ягоды. В общем, как-то так. Я, походу, первый чел на ютубе, который сделал обзор на вот эти вот конкретно новые энергетики от самоката. Так что хотя бы за это, за то, что я такой быстрый, поставьте мне, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Это лучшее, что вы можете мне сделать. Не, ну есть еще вариантик, напиши мне в личку.